Здравствуйте, вы смотрите новости НТРК, в студии работает Александра Соломина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. Половина посевных площадей региона уже обработана. Аким области Ерик Султанов ознакомился с ходом весеннеполевых работ в Акаинском районе. Комары – большой летний кошмар. Как в Петропавловске борются с назойливыми кровопийцами? Стихия беспощадна. В микрорайоне Копай сгорел частный жилой дом. Удалось ли спасти людей и имущество? Аким области Ерик Султанов с рабочей поездкой посетил Акаинский район. Он ознакомился с ходом весеннеполевых работ и разъяснил аграриям суть земельной реформы. Ольга Загоруйко расскажет подробнее. Это поля ТОО «Астраханская». 6 тысяч гектаров выделили под пашню, еще 1000 оставили под пары. Работают в агроформировании 60 человек. Средняя зарплата – 80 тысяч тенге. Посевную кампанию здесь планируют закончить в срок до конца мая. Большую часть посевов составляет лен. Это 2000 гектаров. На втором месте рапс – 1400 гектаров. На 80% площадей работы завершили. Осталось посеять кормовые культуры, ячмень и овес. Погода позволяет сделать все вовремя. Товарищество посетило Аким области Ерик Султанов. Говорит, помимо земледелия нужно уделить внимание и животноводству. Рекомендовал руководителю хозяйства увеличить поголовье скота. Что касается вмещения полевых работ, все хорошо, я вижу. Все, погода великолепная. Сейчас идем 4-5 раз быстрее, чем в прошлом году. В собственности хозяйство Астраханское, свыше 200 коров, а вот в товариществе ДНДК Агро 600. Под пастбище отведено почти 3000 гектаров, но основной акцент делают все же на земледелии. ДНДК Агро – это одно из самых успешных хозяйств нашего региона. Общая площадь сельхозугодий составляет 12 тысяч гектаров. Сейчас на посеве работают 50 человек. Посевную кампанию в хозяйстве начали 15 мая. Уже сделана половина всех работ. 2000 гектаров маслично засеяно уже. Это лен и рапс. Хозяйство также занимается животноводством, поэтому мы засеваем еще помимо зерновых кормовые культуры, такие как кукурузу. Во время рабочей поездки в товарищество ДНДК Агро Ерик Султанов интересовался ходом весеннеполевых работ. В разговоре с аграриями коснулся и актуальной темы – земельной реформы. Земельное законодательство, сейчас мощная комиссия работает, весьма конструктивная работа идет. И там ставятся вопросы, допустим, по привязке пашни к развитию животноводства. Поэтому надо заниматься уже животноводством. Завтра может быть поздно. Глава региона поставил перед руководством агроформирования задачу – повысить зарплату работникам. В ТОО ДНДК Агро в среднем получают 66 тысяч тенге в месяц. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК. А у вас травят комаров? Этот вопрос каждый день задают друг другу петропавловцы. Погулять на свежем воздухе и вернуться домой без укусов насекомых просто невозможно. Особенно от приставучих кровососущих страдают маленькие дети. Наши корреспонденты узнали, как с комарами борются городские власти. Это видео мы снимали в апреле. Именно тогда в городе началась обработка от комаров и клещей. Между тем, жителям по-прежнему приходится спасаться от назойливых кровососущих. Квартира, сетки, вот все забиты комарами. Вот, особенно жалуются, что частные дома. Вот под гора, в рабочем у нас вот родственники есть, у них тоже вот отбоя от этих комаров нет. Сидеть невозможно, хоть и в тени сидим. Наверное, снова домой пойдем, толком не посидишь. Слышал, что травить будут или что? Хоть бы потравили маленько. Особенно страдают дети. Екатерина Вальданова с маленькой Мирой гуляет несколько раз в день. В сумке обязательно средства от укусов насекомых. Конечно, мешают комары, потому что ребенок всегда покусанный, приходится репеллентами пользоваться. И это тоже не совсем полезно для ребенка каждый день мазать его. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы чаще обрабатывали как-то не только парковую зону, но и все остальные. Дезинсекцию в Петропавловске проводит компания «Северный кристалл». Говорят, ежедневно 4 специалиста работают с 6 до 11 утра. По договору, заключенному с горакиматом, обработке подлежат всего 233 гектара. Чаще всего встретить людей в спецкостюмах можно на улице Конституции Казахстана, в парках и аллеях. Комаров уничтожают российским средством «Цифокс». Вся трава, вот сколько мы где читали, после дождя она смывается, понимаете, она остается на траве. На траве остаются, комары садятся и погибают. Вообще эффективность у нас хорошая. После обработки в течение месяца комаров не должно быть. Они погибают сразу же.
за 30 минут и погибли. Если только не прилетели новые. Новый комар летит 10 километров. С водоемов с одного комара идет выклад 120 штук. Кстати, обрабатывать от комаров дворы и окраины города не будут. На дезинсекцию и дератизацию уже затратили более 2 миллионов. Такую же сумму на днях выделили дополнительно. Станет ли кровососущих меньше, сказать никто не может. По словам дезинфекторов, комаров в этом году очень много. Весна для их размножения была благоприятной. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин, новости МТРК. Сейчас реклама на МТРК. Мы продолжим буквально через пару минут. Оставайтесь с нами. Статистические исследования выявили, что дети дошкольного возраста 75% времени в день проводят в стенах своего дома. Подростки и студенты – до 50%. Люди от 25 до 60 лет – не менее 55. А люди пенсионного возраста дома находятся примерно 70% времени. В итоге человек, чья продолжительность жизни в среднем 70 лет, 60% от нее проводит дома, что равняется 42 годам. Ваш адрес, этаж, количество комнат, планировка – это не про вашу квартиру. Это про вашу жизнь. «Казградстрой». Строим для жизни. Спасибо, что не переключаете канал. Мы продолжаем. Чрезвычайное происшествие в Петропавловске. Вечером 23 мая в микрорайоне Копай сгорел частный дом. Огонь уничтожил 60 квадратных метров жилплощади. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Это микрорайон Копай. Горит дом номер 503. Очевидцы рассказывают, едва успели сообщить пожарным о ЧП, как огонь уже перекинулся на крышу. Мы, собственно, и не поняли ничего. Хлопок услышали. И все, и сразу дым пошел, и пламя, и все, тут давай сразу звонить. Очень быстро, там мгновением буквально. Я только успела у себя документы схватить. Здесь живут супруги Куликановы. На земельном участке в три сотки стоят два дома. Тот, который горит, новый. Построили его 4 года назад. Соседи шлепанцы дали. Документы хоть успели? Угу. Документы только схватила и вывалилась. Это старый дом, вот новый только построили. В этом году или? Да нет, он у нас уже года 3-4. Звонок о пожаре на номер 101 поступил в 20 часов 19 минут. Первые машины прибыли на место ЧП оперативно, но огонь к этому времени уже уничтожил кровлю, веранду и кочегарку. Из горящего дома спасатели вынесли 2 газовых баллона. В любой момент они могли взорваться. Всего было задействовано 5 пожарных машин, 16 человек личного состава. Служба пожаротушения, аварийно-спасательных работ. Причина пожара выясняется, ущерб выясняется. Нужно сказать, что 80% пожаров происходит в частном секторе именно по причинам неправильной эксплуатации печного отопления или несоблюдения правил безопасности. Вот, открытая, допустим, возможно, детская шалость огнем может быть. Все возможно. По словам Натальи Куликановой, когда случился пожар, она спала, а супруг находился в кочегарке, сжигал в печи мусор. Что произошло дальше, она не знает. Точную причину возгорания, а также размер ущерба предстоит установить сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям. Кристина Горбаченко, Риат Шони, Михаил Казначеев. Новости МТРК. 25 правонарушителей с начала года задержали бойцы частных охранных агентств. Все подозреваемые были переданы органам внутренних дел. Своим опытом профессиональные охранники сегодня делились с коллегами из Тюменской области. Продолжит Гульнара Мажикеева.
В нашем регионе 72 частных охранных агентства. На их круглосуточном контроле более 4000 социальных объектов. Кроме того, ежедневно вместе с полицейскими они патрулируют улицы и следят за общественным порядком. Участие в охране общественного порядка ежедневно в работе принимает пешие патрулирования областного центра совместно с сотрудниками полиции. Привлекается 2-4 охранника из 40 охранных формирований нашего региона. Отработанный порядок радиообмена, передачи ориентировок. За активное взаимодействие с полицейскими отличившихся сотрудников охранных агентств наградили медалями за верность долгу, а также благодарственными письмами и ценными подарками. В их числе и бойцы «Барса». Сегодня там трудятся более 800 человек. Только с начала этого года они предотвратили 6 краж. На всех охраняемых объектах есть специальные сигнализации. На объектах охраны установлены все виды сигнализации, как охранная, пожарная, тревожная сигнализация. 5 мобильных групп быстрого реагирования и 2 мотоцикла. С начала года бойцы охранных агентств предотвратили 25 уголовных правонарушений, в основном это кражи. Всех злоумышленников они передали полицейским, однако в работе охранников есть недочеты. Были случаи, когда они упускали преступников или опаздывали на место ЧП. 4 охранных предприятия, как юридические лица, привлечены к административной ответственности. Была приостановлена также лицензия на занятие охранной деятельностью в отношении одного охранного предприятия сроком на 10 суток судом города Петропавловска. Опытом работы на заседании наблюдательного совета сегодня делятся российские коллеги. Охранные агентства Тюменской области тоже тесно взаимодействуют со своими силовыми структурами. С начала года на охраняемых ими объектах не было зарегистрировано ни одного преступления. Имеется подразделение у нас для контроля за личным составом, просуточная дежурная часть, наличие 6 групп быстрого реагирования. Ребята оснащены, как и положено, средствами бронезащиты, табельным оружием, нарезным ИШ-71 у нас 9-миллиметровые. Машины также у нас оснащены навигацией, то есть мы можем в любое время посмотреть суток, где находился экипаж, в каком месте. Это было первое в этом году заседание наблюдательного совета Департамента внутренних дел. На селекторной связи находились все районы и подразделения. Гульнара Мажикеева, Михаил Казначеев, новости МТРК. Постельное белье, спецформа, голицы, мебель, сельскохозяйственные щетки. На 20% увеличили в этом году объемы производства на предприятии «Казахское общество слепых». Продукции здесь реализовали на 25 миллионов тенге. Подробности в нашем следующем сюжете. Жупар Абраева потеряла зрение 10 лет назад. На предприятии она устроилась недавно. В день шьет до 40 пар голиц. Вроде как получается. И это нравится, что есть занятие какое-то, в общем-то, приспособилось как-то в жизни. Изначально начали учить шить голицы, но планирую, что дальше может это посложнее научиться шить. Работа в цехе кипит, заказов в этом году хватает. Без дела, говорят швеи, они не сидят. За 4 месяца уже реализовали продукции на 25 миллионов тенге. Это почти на 20% больше, чем в 2015-м. Постельное белье, матрасы, халаты заказывают не только госучреждения нашего региона, но и Акмолинска, Кустанайской областей, а также Астаны. Сейчас ожидаем крупный заказ в военный институт на 6,5 миллиона. И далее заказ есть тендер. Договор уже подписан практически со страной на 4 миллиона 300 тысяч. У нас кроме швейного производства еще щеточное производство. Видите ли, у нас щеточная основа была местная древесина, береза. Сейчас хотим это вот березу перевести, уже рынок требует другого. И там фанерная основа. Если перейдем на эту, на фанеру, у нас будет и щеточное производство уже на полном ходу работает. На предприятии работают 30 человек. Это люди с нарушением зрения и те, кто обучает инвалидов и помогает им. Лидия Стащенюк трудится здесь уже почти 40 лет. Работа нравится, конечно. Ну как, общаешься с людьми и как-то заинтересована, что обучаешь людей, которые как бы не видят, не знают, как это, что сделать. Дать ему уверенность, что он сможет это сделать, шить. Это одно из старейших предприятий Петропавловска. В следующем году здесь отметят 70-летие. Гульнара Мажикеева, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. И к другим темам.
Сказания о Борисе и Глебе, Псалтырь и Азбука. Сегодня в областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова прошла выставка книг славянской письменности и культуры. Более 200 древних и редких изданий посмотрели студенты Петропавловского строительно-экономического колледжа и Алена Подласова. Псалтырь 1709 года в деревянном переплете, обтянут тонкой телячьей кожей. Это только одна из книг, которая появилась вместе со славянской письменностью. Всего на полках в областной универсальной библиотеке их около 200. У каждой свой запах, история и значение. Это было очень важно создать для народа письменность, так как если нет письменности, нет культуры и нет памяти. Интерес студентов вызвал и дореволюционный словарь Брокгауза и Ефрона. На его страницах можно найти упоминания о Петропавловске. О появлении славянской письменности и братьях Кирилле и Мефодии эти ребята знают из уроков литературы. Но прикоснуться к истории, тому, что было сделано много веков назад, здесь гораздо интереснее. Сегодня мне было интересно увидеть те редкие книги, которых я ни разу в жизни в своей не встречала. Их ощутить, потрогать, все-таки посмотреть те картинки, которые были раньше. Все-таки эти книги были выпущены в конце 19 века, и приятно было ощутить это на себе, ту историю, которая была раньше. Также студентам рассказали о произведениях музея редкой книги, которые вышли в наше время. К примеру, вот это издание «Даналыка Леппесе». Оно состоит из нескольких книг и специальной ручки. Она озвучивает текст. Всего в музейном фонде 3000 книг. Это восточные рукописи, краеведческие и миниатюрные издания, произведения классиков, напечатанные при жизни. Почитать их можно только в залах областной библиотеки. Алена Подласова, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Северо-Казахстанской области 80 лет. За это время регион заметно преобразился и шагнул вперед в развитии в разных сферах. Это и образование, и производство, и жилищная политика. Менялась и архитектура Петропавловска. Наша съемочная группа пообщалась с краеведами и узнала секреты некоторых зданий. Избы, землянки, саманные домики – таким был Петропавловск в 30-х годах, когда образовалась наша область. Постройки низкие и только частные, население небольшое – до 100 тысяч человек. Все изменилось в военные годы, сюда эвакуировали около 20 заводов. А куда же разместить приехавших людей? Для них застраивали целые улицы. Эти дома вы видите каждый день и сейчас, правда, их перестроили. К примеру, на пересечении улиц Букетова и Амангельды. Первые домики, которые вы видите, были даже не двухэтажные, а одноэтажные. Каждая квартира, вот одно окно, 6 квадратных, 6-7 квадратных метров, печка. И люди радовались, что они получили вот это жилье. Целая семья жила в маленьком домике. Это вот дома завода «Зима». Первые государственные дома. Они были простыми и аккуратными. В 30-е годы североказахстанцы боролись с неграмотностью. Старые школы уже не отвечали требованиям того времени. Начали строить современные. Сейчас это здание одного из банков, а несколько десятилетий назад здесь учились дети. Причем только девочки. Кстати, и сама Вера Еворская окончила первую Ленинскую. Сегодня постройку охраняет государство как памятник архитектуры. Строгое, четкое здание. Никаких украшений, большие окна, просторные коридоры, хорошие высокие классы. Таких школ было построено несколько. Война. На окраине, на бывших складах разместился эвакуированный из Ленинграда завод имени Куйбышева, сегодня ЗИГ-100. Работал он под лозунгом «Все для фронта», выпускал оружие для кораблей. Вместе с предприятием прибыли в город специалисты. Людей размещали по частным квартирам. И поэтому перед заводом встала цель обеспечить всех жильем. И тогда началось строительство вот этих двухэтажных домов. Улица Заводская, дома простые и скромные. Но квартиры здесь большие, просторные, потолки высокие. В каждой комнате жила семья. Кухню, уборную, коридоры приходилось делить. Еще один памятник нашего города построила железная дорога для своих работников в 36-м. Здесь, на месте церкви Марии Магдалины, выросла первая петропавловская высотка – 5 этажей. Строили ее вручную. Для жителей такое здание было в диковинку, поэтому посмотреть на небоскреб 30-х годов приходили из разных частей города. А называли его «Большая кибитка».
Сегодня здесь управление Южноуральской железной дороги, а раньше был жилой дом. Квартирки по 7 квадратов и в каждой печка. Выглядел он примерно так. Всего в регионе почти 600 важных памятников, из них 106 в областном центре, 65 здания. Часть из них построена как раз в течение последних 80 лет. На пересечении улиц Конституции Казахстана и мира находится административное здание, построенное в 30-е годы. Сегодня там находится магазин «Сум». В 40-е годы в городе Петропавловске строятся два тоже очень интересных здания. Они находятся по улице Астана, 22 и 24. Немецкие военнопленные построили эти здания для обслуживания завода. Казахский музыкально-драматический театр, бывший дворец «Энергетика», 21-я школа, памятники революции и Великой Отечественной. Все они охраняются государством. Петропавловск исторически наполнен, отмечают специалисты. Поэтому в него так трудно не влюбиться. Александра Салмина, Казбек Ирыкбаев, новости МТРК. В Петропавловске подвели итоги областного конкурса сочинений о родине среди школьников и студентов, а также наградили журналистов за лучшие работы о государственном языке. Цветы, дипломы и ценные призы получили учащиеся школ, колледжей и представители масс-медиа по трем номинациям: лучший сайт и статья и телевизионный репортаж. В последней победителем стала корреспондент муниципального телерадиоканала моя коллега Кристина Горбаченко. На конкурс я отправляла два материала. Один из них – это сюжет про республиканский форум этнической молодежи. У меня там попались очень хорошие герои. Это люди, которые знают не только свой родной язык, например, русский или казахский, но и владеют дополнительно и другими языками. Другие языки они используют не только в бытовой речи, но и в своей работе. Была девушка, она по национальности уйгурка, знала также казахский в совершенстве, русский, а детей учила еще и на английском. Думаю, вот такая молодежь – это пример для подражания. И думаю, поэтому мой сюжет оценили хорошо. Завтра, 25 мая, в Петропавловске большой футбол. В рамках 1/4 финала Кубка Казахстана Кызылжар СК примет чемпиона страны и лидера премьер-лиги футбольный клуб «Астана». Матч состоится на стадионе «Карасай». Петропавловская команда уже смогла одолеть ряд своих соперников в Кубке. Последнюю громкую победу клуб одержал над Костанайским «Тоболом» в 1/8. Кызылжарцы по пенальти со счетом 4-2 сенсационно прошли в следующий этап. Наш футбольный клуб совместно с фанатами организует масштабный перформанс. Однако для этого необходимо заполнить восточную трибуну. В этом принять участие может любой желающий. Подробности в официальной группе ВКонтакте футбольного клуба «Кызылжар СК». Начало матча 18:00. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. Спонсор прогноза погоды — кафе «Алибаба». О погоде на среду, 25 мая. День синоптики обещают ясным, без осадков. Ветер восточный, скорость 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до 26-28 градусов выше нуля. Кафе «Алибаба» открывает свои двери для петропавловцев. Истинные профессионалы, приглашенные из самого сердца Турции, приготовят для вас уникальные блюда на мангале и гриле. А привычную пиццу, фастфуд и суши сделают еще более аппетитными. Гостей ждут большие порции, демократичные цены и вежливый персонал. А для маленьких посетителей – детская игровая зона, сюрпризы и специальное меню. Кафе работает круглосуточно, а блюда от профессионального повара можно заказать на дом абсолютно бесплатно. Наш адрес: улица Мира, 201, телефоны для справок 32 10 33 и 32 10 34.